анонс и точная дата выхода 28 серии турецкого сериала «Три Куруша». 28 серия сериала выйдет в эфир 30 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Байбарс попытался сбежать, но Картал и Эфе перехватили его. Картал сказал друзьям, что с этих пор все дела будут на нем. Явуз позвонил Килычу и сообщил о том, что им не удалось сохранить его отца. Картал вывез Байбарса в лес и стал его избивать, напоминая о том, кого тут у него забрал. Картал убил Байбарса, а затем выкопал яму и стал забрасывать его труп фотографиями, а напоследок бросил 3 копейки. Бахар готова была отдать свою жизнь за Картала, и она это сделала. Картал никак не может смириться с такой утратой. И он совсем не знает, что скажет своему сыну. Как он сможет объяснить ему, что теперь его мама находится в раю? Когда Картал пришел на могилу к Бахар, то здесь неожиданно появился Килыч. Он незаметно подошел к Карталру и ударил его. Затем он стал душить Картала и говорить о том, что он даже не способен на своего ребенка посмотреть. Лейла не понимает, что будет, если все начнут охотиться на Килыча. Сначала один умрет, потом другой, и это никогда не прекратится. Эфе крепко обнял Лейлу и пообещал, что совсем скоро это закончится. Эфе сказал Карталу то, что ему очень не понравилось. Он не понимает, как Картал может говорить ему в лицо подобные вещи. Но Эфе делает это для того, чтобы Картал все услышал и сделал правильно. Или же конца этому никогда не будет. Напомним, 28 серия сериала выйдет в эфир 30 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.